Фонтаны забили в Ульяновске, подтвердив тем самым, что парковый сезон открыт и в теплое время будет где немного охладиться. Накануне запустили более 20 фонтанов. Все лето фонтаны будут работать на площади Ленина, бульваре Новый Венец, Виновской роще, у Современников, в скверах Экран и Яковлева. Несмотря на ремонт Минаевского моста, плавающие фонтаны запустят в акватории Свияги. Они будут располагаться ближе к торговому комплексу «Аквамолл». Впервые ульяновцы и гости города смогут полюбоваться фонтанами в театральном сквере.